Приходит мужик на прием к сексопатологу. Говорит: доктор, да не знаю, в чем проблема, ну не стоит. Доктор: а приходите в следующий раз с женой. Привел он жену, доктор жене говорит: раздевайся. Она хлоп и разделась. Он: ложитесь на кушетку. Она легла. Доктор: ну, а теперь раком становитесь. Она хлоп и раком стала. Доктор: а теперь мостик. Она хлоп и мостик сделала. Доктор: ну ясно, все, одевайтесь. Подходит доктор к мужику и говорит: все нормально. Мужик: ну как все нормально? Ну у меня же не стоит. Доктор: да у меня тоже не встал. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.